14 предметов, 6 тысяч человек и 24 тысячи написанных тестов. Подведены предварительные итоги государственных экзаменов. Чаще всего школьники выбирали для сдачи обществознания, физику, историю и биологию. Число тех, кто сдал предметы на 100 баллов, такое же, как и в прошлом году – 60 человек. Большая часть абсолютных оценок за знание русского языка. Без ошибок его сдал 41 выпускник. О том, что в этом году ЕГЭ сдавали лучше, говорит и количество неполученных аттестатов. Со справкой школу в 2015 году закончили 4 школьника, а не 25, как в прошлом. Безусловно, год существенно отличался от предыдущих лет. Да, были сложности, по которым мы опасались, что возможны какие-то сбои, в частности, доставка материалов с 0 часов. То есть 0 часов представители различных районов, в том числе Вятских полян, дальние районы, да, приезжали в город Киров, с 0 часов забирали материал и увозили, соответственно, на экзамены. К счастью, никаких проблем не случилось. В общем-то, все участники, заявившиеся на экзамены, имели возможность сдать экзамены, все были обеспечены материалами.